Здравствуйте все, я поехала в Китай. Ну вот и все, время без 10:04. Мы прошли паспортный контроль, наверное, минут за 15. Сейчас я пойду есть. Сейчас я пойду есть свою любимую сосиску. Вот. 4 юаня, 2 сосиски. Ем вкуснятину. А у них тут стоят массажные кресла, сейчас покажу. Можно оплатить вот здесь, наверное, я думаю. И сразу получите удовольствие, сделайте массаж. Время 4 часа. Ой, солнце. Надо было очки взять. Вкусно, вкусно, вкусно. Является не только духом, но и флагом. Здесь на таможне еще вот один, а он второй, вот третий. А я даже не видела, кроме того. Ой, у вас тоже сосиски, да? Здравствуйте. И у вас тоже есть. А я вон туда аж сбегала далеко, не знала, что тоже есть. Мороженка. А мороженка по сколько юаней? 2 юаня есть. Сейчас, на... ой, все есть. Все есть, все есть. Надо, пойду, купила мороженое за 2 юаня. Сейчас попробую, вкусненько или нет. Мороженое вкусное, сливочное, ешьте, не боитесь, не бойтесь. Почему сыростью пахнет? Вот такой туалет, зеркала, унитаз, душ, шкаф, в шкафу запасные подушки или что, не знаю. Раковина прямо в номере. Вот такое вот. Ну, здесь стаканы, щетки, расческа, 2 стакана. Здесь есть фен, телевизор, белье какое у них всегда белоснежное, да? Но выход вот на какую-то стройку и вот туда. Добро пожаловать. Тепло, хорошо. Я понюхаю. Ой, вкуснятина. Поеду в Хайлар на экскурсию. Денежки поменяла у Яши. Заполнила себе ваучер для поездки в Хайлар. Отель делают. Пойду поем. Добро пожаловать в оптика Максим. У нас бесплатное проверить зрение и ремонт очков. Оп. Здравствуйте. Добро пожаловать в оптика Максим. У нас бесплатное проверить зрение и ремонт очков. Оптика 20 лет работает к вашим услугам. Как хорошо, тепло, погода замечательная. Продукты какие-то новые, да, Шань? Аня, все красиво, здравствуйте.
все краше и краше становится. А вот здесь был любимый Байкал, который закрылся. Вот гостиница рядом Баба Женя. Удобное очень расположение. А что же там-то теперь? Удобное расположение. Сразу гостиница, сразу Манчжурия, сразу Век, сразу Байго покушать. Ой, а это что за машинка? Лиски. Что же здесь интересно? Нихао. Ой, это приелись машина, хочу на ней покататься. Пойду, поем, а потом уже, а потом все остальное. Катю, они футболки, скидка. Ой, какой медвежь, тюрь поставили, шьют. А я же могу уже туда пойти, на рынок. Ну, конечно, могу. Ой, видимо, мороженое, что ли, открыли. Надо посмотреть, что там такое новое. Вот рассказываю. Да, привет. Меня спрашивали про ночной рынок. Объясняла. Вот, показываю еще раз. Вот, смотрите. Вот эта улица. Вот она. Это улица с медведями, которая идет вниз. Вот. Там Интурист. Там Венеция, там Синхэ, все гостиницы. Вот торговый центр Манчжурия. Вот это Век. Вот там Ванцюань, вот Ванцюань и Андрей. А прямо идете, просто вниз прямо. Прошли. Вот. Прошли здесь. Идете мимо торгового центра Манчжурия. Мимо Байго. Вот и гостиница, и ресторан. Идете мимо, да? Вот идем мимо. Вот идете мимо. Вот они, медведи. Вот написано «Отель Манчжурия». Вот медведи. Это все вам опознавательные знаки, чтобы вы понимали, куда надо идти. И вы опять идете прямо. Так, вот они, мишки. Прошли вы мишек. Так, прошли мишек. Вот, видите? И все, идете прямо. Никуда вы не сворачиваете. Идете. Вот, допустим, обувной город написан, опознавательный знак. Аптека китайской медицины. Вот дом под ремонтом. Здесь сидит вот тут художник. Картины рисует, собака. Опять идете прямо. Все. Прошли вот этот домик. Раньше здесь было тоже, можно было поесть, была чуфанька. Сейчас я не знаю, что. Да, она и есть чуфанька эта. Идете прямо. Все. И вы на рынке. Но, видимо, еще время рано. Потому что обычно вот здесь все торгуют. Сегодня ничего нет. Видимо, рано. Не зря он называется вечерний. Вот тоже чуфанька, можете покушать вкусненько. Здравствуйте. Вот вкусненько. Все, и пошли. Все. Обычно вот здесь целая улица продуктов, но сейчас еще никого нету. Вот арбузы. Здравствуйте. Уже и вишни, дыни. Все, вот вы завернули, и вот он, этот рынок. Вот он. Все, и вы его нашли. Но еще мало, мало очень. Лавочек открыто, потому что еще рано времени. Они открываются попозже. Ну, конечно, они обычно сюда выдвинуты подальше. А сейчас еще, здравствуйте, еще не выдвинулись. Вот и все. И пошла красота. Здравствуйте. Здравствуйте. Нихао. И пошла вкуснятина. Ага. Жарится. Вот оно все жарится. Вот по пять юаней крылышки. Шашлыки. Еще рано время. Еще не открылись, да? Еще рано. Вот все еще. Вот фрукты, лавка фруктов. Мангустин. Что
кто-то кушать везет. Редиски, огурчики. Видите, еще не начали работать. Вкуснятина варится, капусточка. Вот эти кишки. Лепешки уже готовятся. Огурцы. Редисочка. Вон лук огромных размеров. Что-то красивое. Готовят вкусненько. Вкусно, да? Здесь рыба, шашлыки. Ну, покупать уже можно все. Это вечерний рынок. Семечки, овощи. А зато снимать-то как прекрасно, пока народу нет еще. Смотрите, какая красота. Дурянчики. Тут рыба. Рыба. Вкусно. Рыбки. Рыбки. Здравствуйте. Нихао. Ягодка. Здравствуйте. Вкусная. Смотри, ну, пока. Мясо сколько. Внутри мясной магазин. Вкуснятина. Нихао. Ой, какой крупный виноград-то, да? Большой. Да. А на маленького тоже есть. Сладкий, да? Сладкий. Сколько юаней стоит такой крупный? 70 юаней, 1 килограмм. Полкилограмма. Полкилограмма, 35 юаней. Вот они... Здравствуйте, вот они вкусные лепешки. А я знаю, вкусно. Очень вкусно, я покупала. Вкусную вот эту лепешку мясную и возьму кукурузу. Друг мне кукурузу продал вкусную. А это что такое? Печень, да? Печень. Сколько стоит курица? Здравствуйте. Нихао. Я пришла, да, шашлычную. Всегда летом тут ела вкусненько. Ореховый. Я буду тут вкуснятинку есть. Тише. Что-то тут уже нету сегодня. Грибочки вот. Грибочки. С чесночком. Зеленчаем. Ой. Вот это вообще не знаю, что это. То были грибы, а это не знаю.
сосиску взяла. Потом они посчитают ваши палочки. И за каждую палочку по одному юаню. Столько съели вы шашлык. Не надо телефон заряжать. Наелась на 8 юаней. Сейчас сверху еще кукурузку. И жизнь удалась. В том году они продавали по 2, сейчас 2,5. Как же хорошо. Просто сидеть на лавочке. Просто есть кукурузу. Куда не бежать, не надо на работу бежать. Как хорошо, иллюминация включилась. Красота. А я пошла к Максиму поснимать программу. Меня туда пригласила Светлана Шимановская. Еще пришел автобус. Откуда-то с Монголии, наверное, куча людей привезли. Все. Все включилось хорошо. В улице тепло. Проверить зрение и ремонт очков. Оптика 20 лет работает к вашим услугам. Здравствуйте. Добро пожаловать в оптика Максим. У нас бесплатное проверить зрение и ремонт очков. Оптика 20 лет работает к вашим услугам. Программу. Здравствуйте.